Salam uşaqlar, 10-cu sinifdir, rus dili və bizim deməli, testlərimiz var uşaqlar. 25-ci səhifədə uşaqlar, gəlin başlayaq. Birinci sualımız uşaqlar. Найдите ошибку, burada səhvimiz var və bu səhvi biz, deməli, tapmalıyıq. Увидеть, увижу, прийти, приду, сидеть, сижу, гладить, гладь. Uşaqlar, burada увидеть, məsələn, fiillərdə hamısı, yəni, həmi məsdər formada verilib, неопределённая форма, və настоящий, indiki zamanda verilib. Və burada səhv uşaqlar, deməli, D variantdadır. Çünki гладю yox, глажу olmalıdır uşaqlar. Глажу, ütülüyürəm. Aha. Я глажу. Мен утюлюрам, на беле. Второе. Составьте предложение. Демали, бурда дюзгюн шекилде без дюмля курмалы. Ушахлар, гелин бахах. Неде дюзгюн шекилде олмалады. Демали, на самый... Угу. На самой высокой точке одного из холмов Баку расположен архитектурный ансамбль дворца Ширваншахов. Bu şəkildə deməli düzgün yazırıq. Deməli burada düz olan C variantıdır uşaqlar. Sonra keçək növbəti suala. Третье. Составьте диалог. Burada düzgün şəkildə диалог qurmalıyıq uşaqlar. Gəlin baxaq necə olur burada. Deməli так, давай пойдем в музей миниатюрной книги. Бурда бир. Сонра, с удовольствием. А где находится этот музей? Бу и кендигедр. Ага. В Ичари шагар, недалеко от девичьей башни. Бу улур уч. Так, а во сколько и где мы встретимся? Демяли, бу дёрт. Сонра, встретимся у девичьей башни в 3 часа. Бу опять-таки улду пещ. Ага, сонра. Ты один придешь? Нет, моя сестра тоже хочет побывать в этом музее. Дейрися, демяли, етти. Демяли, бурда дюзгюн, олан, б варианты душахлар. Кечай, нюбета суала, дюр. Предлог в употребляется в словосочетании. Демяли, дюзгюн шекельда, в. Сюзюн, дюзгюн шекельда, язма. Жить в Европе, дейрих. Подняться на крышу, где я сегодня считаю, находиться на острове, работать на заводе, войти в комнату, сидеть в кабинете, тренироваться на стадионе и идти в театр. Демяли икси эйну улан, дж варианты это ушахлар. Д, дж. Кечай нюбяты суалымыза. Я бурда. Bizim 5-ci sualımızdır, uşaqlar. 5-ci sualda, deməli, səhvi tapmalıyıq. Найдите ошибку. Baxaq, hardadır, deməli, белая медведь. Uşaqlar, медведь мой deyiriksə, bu kişi cinsinə aiddir. Мужской род olduğuna görə biz sifətə hansı sual veririk? Какой? Медведь какой deyiriksə, белая yox, уже olur белый. И olur axırda. Белый медведь. Бах, дюзди. Так, новая модель дюзди. Мелкая соль, красивый лебедь. Демяли, буллар дюзди. Белый медведь. Ага, это ириса. Демяли, чунки медведь мужского рода ушахлар. Кечей алтынзе суала. Найдите соответствие. Дюзгюн шекильда уланнары таппалы. Вэ, демяли, уйгун уланнары. Бахах кюре хансыды ушахлар. Демяли. Детская. Детская. Вэ, бахах. Демяли. Детская ладонь, бирбе, угу. Светлый вестибюль, икие, школьный портфель, уч, д, новый пароль, дж, и главная роль. Я бурда онда дюз улан, демяли алтыда, д вариантыда. Бу шекилде. Кечай нюбеты суалымыза. 7-ci суал. Выберите верный вариант. Кабинет истории находится на 3-м этаже. Демели, тарих кабинеты 3-м мәртәбәдәді. Моя сестра учится
в дипломатической академии. Ага. Это селение расположено высоко в горах. Демали на в олурса будже варианты да еддже я язрак. Сонра ушаклар. Сәккезінде, демәлі, суалды. Найдите ошибку, бұрда да ейіне ұшақлар. Демәлі, фейлді, мәстәр формады, әмі де индіки заманда оланларды. Покрасить, покрасю. Йок, гладить. Глядеть, гляжу, судить, сужу. Найти, покрасю, йок, и покрашу. Я покрашу, олур. Покрашу. Я покрашу. Ах, пудер, олур. Красить, яни, боямах нейся, да, яни, бояйла. Демели, а варианты бурда, дюздем. Девятый, выберите верный вариант. Самир, ты уже решил задачу? Может, ты мне ее, так, решил, ага, объяснять, объяснял, объяснить. Ага, демели, бурда, будюр, язырсыңыз, шахлар. Самир, ты уже решил задачу? Можешь ты мне ее объяснить? Демели Б варианты, то есть демели решил бурда объяснить бурда. Яни дейки самер сен бу мәсәләне хәл эләдеңме? Маңа оны изах итә белерсәңме дия. Бурда белә бер демели белә бер демели вариант верлив. Онда ушаклар 10-нчы суалда демели десятый. Установите соответствие, подобрав антонимы. Ты бурда антонимляры без сешмели инди. Бахах хансы дюзду. Бир-биринна уйгун олмалыды. Демели. Келин бахах. Демели часто и редко. Антонимды. Вдалеке, вблизи. Кеде. Сора глубоко, мелко. Так, сверху, снизу и мягко, жестко, де, без демели, бурда, онынжы варианта, баха хансы дюзды, да джет дюзды, ага, кече 11-ci суалымызы, 11-ci суалда да белады суалымыз, бурда да демели дюзгюн язылмиян, сөз берешмесі бар, будет стирать, будет управлять, будет переписать, будет убирать. Әлбәттәке, будет переписывать, дейә. Переписывать, будет переписывать, дейә. Без дүзгін шәкелдә язмалыйық. Ага, яни көтүрдәчәк, дейә, гәләчәк заманда. 12-е. 12-й вопрос бурда. Ты умеешь играть в шахматы? Угу. Я пиздерики. Да, я с 5 лет посещаю шахматную секцию. А ты умеешь? Я пиздеринди. Демели бурда язырык. Да, меня научил играть в шахматы старший брат. Может, сыграем с тобой? С удовольствием посмотрим, кто выиграет. Бурда да 3-нчы олмалыды. Демели 1-3 дыса же варианты бурда дюздю шахлар. Ага, кече 13-ci суалымыза в переносном значении употреблены выделенные слова. Ушаклар бурда, демели, мәцәзі мәнада верілен сөздәрі біз, сөз бірешмәлерін, демели, біз сешмәлейік. Әлбәті ки, бурда золотой характер, бархатный сезон. Ушаклар бурда мәцәзі мәнада верілев, чүнки, мәсәлі, дейлер ки, хәсиәті қызыл кимиді. Сонра, мәсәлі, мәхмәр мөвсімі дейлерді, бархатный сезон. Демели, бурда, белә дейек. Мәцәзі мәнада верілеп, А вариантыны бұрда сечерек. 13-ті А. Кечай 14-ci суалымыза ұшақлар. 14-ci суалда проехать через двор. Бұрда да ғардаса сәф бар, оны таппалай ұшақ. Проехать через двор, отбежать от стены, вылететь из страны, подплыть до берега. Так. Ага. Подплыть к берегу, да, подплыть к берегу, диабеляри. Проехать через двор, отбежать от стены, вылететь из страны, подплыть к берегу, дия. Без дже варианты сеча беляри. Демели. Сахиля кими узмей, да? Сахиля. Демели бурда к берегу. К берегу, дия, без яза беляри. Подплыть к берегу, дия дюзолар.
С числительным 2 сочетается. 2 дейрися шахлар, бурда сайды, чи. Ве 2 дейрися, альбетте ки, мужской рода айт янында исим олмалды, я да орта динса айт олмалды. Ве бурда бахах кюре хансы чи динсене, я орта динсе гелерса, онда о дюзды. Демели бахах бурда моя лошадь, бурда женский род. Моя кровать, женский род. Моя ладонь женский род шахлар. Мой голубь дейрисе мужской род. Демели біз дейе білерек ки iki гюертин. Два голубя дейрик. Демели C варианты бурда дюзді. Два сайна дюзгін, демели уйгун гелер. 16-да найдите ошибку бурда да. Сәф вар шахлар гелин баха. 5 месяцев, 3 часа правильно. 9 листов, 1 роль правильно. 1 госпита, 8 так, минут, правильно. Ве бурда 7 тетрадей и олмур, дадан сора ей. И 2 медали, 2, не я 2, чунки, медаль, моя медаль деса, бурда и олмур шахлар, ахарда и медали. Е бурда и бурда. Или яздым ки. Ага, де, иди. Бурда 2 олур. Чунки медаль, гадан джинсны олдуғына біз 2 дейли, сай 2 штадыр. 2 медали. Демели Б варианты бурда сәф варымш. 17-й ушақлар. 17-й суалда глагол движения дан в прямом значении в предложении. Демели хәрекет фейли, демели хәгіки мәнада верлифті. Әлбетті ки хансыды. Бурда Б вариант дюзду ния, чунки самолет летит по намеченному маршруту. Яни самолет маршрутын, да, демели, олдугу маршрута гедир, да, яни хансы язылыв ки, хансы маршруттан гетмелиды онна. Самолет, альбетте ки, да, учурду дюзду. Она гюре да, бурда Б варианты дюзду. 18-да, с предлогом через. Через диэнда употребляется. Yani, məsələn, deyirik ki, 2 saatdan sonra da, məsələn, ya da 5 saatdan sonra deyiriksə, biz deyirik, через 2 часа deyə bilər, 2 saatdan sonra deyə işlədə bilərik. Deməli, 18-də A variantı seçirik uşaqlar. 19-da, найдите ошибку. Burada da bizim səhvimiz var, gəlin baxa, hansıdır? İskriniyə radist, деревянная трость, хорошая новость. Первая гость, ёх, гость шахлар, бахар, гость, кшидинсен айтты, да, конах. Мой гость, мужской род, гость какой? Первый, беринчи конах, деген, да, и. А я дюз дейл, чунки бу, уже гадын динсен айтты. Первый гость. Демели, Д варианты бурда сечери. 19-да Д. Сонра, 20-да. С местоимением это. Употребляется слова. Бурда әвәзлей ту, шахлар ишара әвәзлейді. Вә это дейрисе, әлбәтті ки, біз қадын динсіне айт олан сөзлерлі іште де білерік. Бурда да қадын динсіне айт олан моя степ, моя част. Демәлі, бурда это степ, это част дейе біз Б варианты сече білерік бурда. 20 Б. Кечай, нөбәті суалымыза ұшақлар. Бұрда 21-ci суалымыз бар. Вә 21-ci суалда, демәлі, впервые упоминание Абаку встречается в работах арабских географов и историков. Демәлі, бұрда хансы дүзді ұшақлар? Б варианты сечерік. Ага, дүзді. Инди кече 22-ci суалымыза. В каком варианте слова мягкий употреблено в переносном значении? Мягкий юмшахты в переносном значении, демели, мэджазы мэнада улан. Бурда да мягкий хлеб, юмшах, демели, чурай, мэсэлэн, сонгра. Мягкое кресло, мягкая ткань, юмшах пир кресло, юмшах пир парча, мягкий климат, яни юмшах и глим дейрисе, бурда уже мэджазы мэнада да. 22-да C варианты дюзду. 23-да ушақлар, выберите верный вариант, бурда да дюзгюн вариант сешмәли, демәли сонлығы дюзгюн язылмалыды, вә бурда демәли бахырык. Город Шуша богат древними памятни. Ками, дия дюзгюн шекилде язырык. Б варианты бурда, демели 23-да біз Б варианты сечерик. Инди ушақлар белейлиек. Кечек мәтнімізе, мен оқуйым, ондан сонра оны да тәрджіме едім ушақлар. Ондан сонра іштейерик қаланлары, чүнкі 24-дан 28-е кімі бу мәтіне көре біз іштемелі. Гелін инди мен оқуйым, ондан сонра да тәрджіме едім ушақлар.
Одним из уникальных памятников истории Азербайджана является Азовская пещера. Она расположена на территории Нагорного Карабаха, недалеко Бурдада от Улмалады Шахлар. От села Азых на высоте более 1 километра над уровнем моря. Это комплекс, состоящий из 6 пещер и имеющих 7 выходов. С севера и юга пещеру окружает густой лес. Рядом с ней протекает река Гуручай. Азахская пещера является одной из самых древних в мире стоянок первобытного человека, поселившегося здесь около 4000 лет тому назад. Найдена она была в 1960 году азербайджанским археологом Мамедали Хусейновым. В пещере сохранились обнесенные камнем очаги и первобытные жилища. Демали, инди келин, тарджиме идеки, сиз билясиңиз ки, надан сөйбет кедир ушаклар. Ондан сура бизе чатин олмаз. Одним из уникальных памятников истории Азербайджана является Азовская пещера. Азербайджан тарихынын, демали, надир абидерлеринен бири Азых мағарасыдыр. Она расположена на территории Нагорного Карабаха, недалеко от села Азых, на высоте более 1 километра над уровнем моря. Демали, бурда... O dağlıq Qarabağ ərazisində dəniz səviyyəsindən 1 kilometrdən çox hündürlükdə Azıq kəndi yaxınlığında yerləşir. Aha. Sonra это комплекс, состоящий из 6 пещер и имеющий 7 выходов. Deməli bu kompleks 6 deməli bu 6 mağara və 7 çıxışdan ibarət olan kompleksdir. Sonra севера и юга пещеру окружает густой лес, демәле шималдан ва жанубдан мағара демәле сық меше илә ахата олнур. Рядом с ней протекает река Гуручай, демәле он янда Гуручай чай ахыр. Азовская пещера является одной из самых древних в мире стоянок первобытного человека, поселившего здесь около 400 тысяч лет тому назад. Демәле Азых мағарасы тәхминен 400 мин илә вәл бұрада Məskunlaşmış ibtidai insan üçün dünyanın ən qədim deməli yerlərindən biridir. Найдена она была в 1960 году азербайджанским археологом Мамедали Хусейновым. Deməli bu 1960-cı ildə azərbaycanlı arxeoloq Мамедали Хусейнов tapmışdı. В пещере сохранились обнесенные камнем очаги и первобытные жилища. Демәле, мағарада ташла өртүлмүш оджахлар вә ибтида яшайш мәскәнләр, демәле, корунып сахланылыр орда. Демәле, выделенное в тексте слово можно заменить словом. Демәле, протекает ахыр дейрисә, демәле, бездә Д варианты да сече беләр, ушахлар, Д варианты, течет да дия беләрик, яны, Çay axır deyə biz yaza bilərik. 24 yazdıq. İndi 24-də keçək 25-ci sualımıza uşaqlar. 25-ci sualda da belə. Найдите неверное утверждение, düzgün olmayan, yəni bizim mətnimizə uyğun olmayan, deməli, человек поселился в Азовской пещере более 4000 лет назад. Yox uşaqlar, burada bu düzgün deyil. 25-də deməli bu... Он дел. 26. Синонимом слова уникальный в тексте является уникальный, yani nadir, demeli 26-da biz C variantı seçirik, редкий, уникальный, редкий diye yaxın mənalı sözdürlər ikisi de. 27. Вместо точек в тексте употребите нужный предлог. Demeli, нужный предлог biz de yazmışıq ki от. 27. Д, я яздых. И 28-й вопрос, шахлар, бурда 28-й тапшырык суалда да бізден белі бір сорушур ки. 27-д дүзгін яздых, 28-й калды. 28-й, демәлі, бурда неде язырык, шахлар. Так. Вазыхской пещере. Вазыхской пещере. Так. Расположены на территории, демәле бу ичи, Нагорного Карабаха, 3, сохранили жилища,
Demeli, bu 4 первобытного человека. Demeli, böyle olur uşaqlar. В Азызской пещере, расположенной на территории Нагорного Карабаха, сохранили жилище первобытного человека. Demeli, burada B варианты. Düzdür uşaqlar. Bax belə uşaqlar. Bugün testi işlədik. İnanıram ki, izahım xoşunuza gəldi. Əlbəttə ki, abunə olub paylaşım. Uşaqlar, əlbəttə ki, like da atın. İnşallah görüşərik.